Сегодня у нас посылка из Китая. Очередной чехол на планшет. Один я уже заказал, но он меня не очень сильно устроил. Стоил $6.64, о чем декларации и указал продавец, шел около 20 дней. Поясню про прошлый чехол. Вот такой чехольчик на Samsung Galaxy Tab 8-дюймовый T355. Был уже в распаковке, всем он не нравится, все четко в нем, но он должен вот здесь вот магнититься и стоять. Он стоит, но при любом прикосновении он падает. Эти магниты не держат, так что этот чехол я не советую покупать. Хотя всем остальным он меня вполне устраивает. Давайте посмотрим новый чехол. Посмотрим. Заказал черного цвета, их очень много расцветок. Он должен закрепляться. Посмотрим, какого он качества. Больше ничего нет. Здесь вот есть такая уже штучка, которая намертво закрепляет планшет. Ха. Продавец положил стилус. Кому он нужен, я не знаю. Ну, ладно, все равно хорошо. Вот так он выглядит снаружи. Пришел не помятый. Так, вроде симпатичный. Сюда полностью вставляется планшет уже конкретно. Что вот это за резиночка? Я, честно сказать, не пойму, для чего. Это, видимо, для стилуса. Не знаю, зачем она, честно сказать. Здесь на липучке радует. Вот так вот он. Приходит липучечка. Так, и этот уже планшет мы вставляем вот таким вот макаром. То есть он уже, в принципе, не должен никуда деться. Ну что ж, давайте попробуем. Ну, этот чехол тоже прикольный, но единственное, для тех, кому не надо устанавливать планшет, для того, чтобы смотреть фильмы где-то на работе, может быть. А так, конечно, он маленький, симпатичный. И все-таки с пластиковой крышкой сзади. Давайте попробуем установить этот. Может быть, этот будет лучше. Так вот он. Защита уже явно видна. Вот здесь кнопка включения. Она проходит. Пробуем закрепить вот это дело. Посильней. Ну, вот таким образом смотрится планшет. Камера на месте. Ну, чуть-чуть она, конечно, смещена. Но это, может быть, я... Надо посильнее засунуть. Скорее всего. Ага, вот так. Тоже включается планшет при открывании крышки. Но этот, конечно, помощнее. Единственное, я не знаю, для чего вот эта вот здесь вот штуковина. Ее, наверное, я отрежу. Вот так вот вы открываете планшет. Все, в принципе, везде все есть. И для того, чтобы его установить, достаточно вот под эту штучку запихнуть. Но тут уже он конкретно стоит. Хотя... Ну нет, он уже, так уже он не упадет. Может, конечно, свалиться, но, ну как, вот, допустим, ну так, но уже все равно спасает его это дело. Вот такие-то вот, вот так вот он устанавливается. Всех цветов, как я уже сказал, есть на все планшеты и смартфоны, фаблеты. Так что заказывайте в Китае подобные чехлы, можете перейти по ссылке, кому нужен чехол именно для Galaxy Tab 8.0. Стоимостью $6.64 это очень мало по сравнению с теми чехлами, которые продаются у нас в магазинах по бешеным ценам. Один чехол, который мне давали в МВидео, стоил около 5000. Это вообще полная попа. Как-то он так вот интересно даже примагничивается. Вот тут получается как бы магнитики есть, насколько я понял. И он
примагничивается, так не открывается. Ну вот эту только вот штуку надо отрезать. Я не знаю, для чего это вообще. Все, спасибо, пока-пока. Подписывайтесь на канал, заказывайте чехлы Китая.